Всем привет! В этом видео новый лайфхак о том, как быстро разблокировать экран устройства, если вы забыли пин-код, пароль или графический рисунок. На сайте сервиса «Найти телефон» введите адрес электронной почты и пароль учетной записи Samsung, которая добавлена на заблокированном смартфоне или планшете. Нажмите кнопку «Войти». Слева будет отображаться устройство, а справа выберите опцию «Разблокировать мое устройство». Введите пароль учетной записи Samsung для подтверждения разблокировки. Вуаля, блокировка экрана смартфона сброшена. Оставляйте ваши комментарии под этим видео, подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда знать больше.